ответил: люблю. Вернулся поздно утром, в 12 часу, и озирался в комнате, как будто бы в лесу. В лесу ветви черные и черные стволы, и все портьеры черные и черные углы. И кресла черно-бурые толпясь молчат вокруг. Она склонила голову, и он увидел вдруг, увидел вдруг. Быть может, ты сама еще, она не хочет знать, откуда в теплом золоте взялась такая прядь. Он тронул навек и помню, чьим он золотом платил за свой ночлег. Ушел рано вечером, сказал: не жди, дела. Шел первый снег, и улица была белым-бела. И понял, чьим он золотом платил за свой ночлег. Она спросила: что это? Сказал: сказал: не жди, дела. Шел первый снег, и улица была белым-бела. И понял, чьим он золотом платил за свой ночлег. Она спросила: что это? Сказал: первый снег. Спасибо.